Сьогодні зустріч із викладачами і вихованцями Миколаївської дитячої художньої школи буде присвячена цікавій справі – створенню власними руками оберегів із тканини. Мотанки, вузликові ляльки мають давню історію. Їх назва походить від дії – мотати. Найдавніші прототипи іграшок відомі з періоду пізнього палеоліту. Виготовлялися ляльки переважно з матеріалів, що зустрічалися в природі – дерево, трава, глина. Пізніше стали використовувати тканини. Мотанки обов'язково мали сакральний зміст, тобто виконували функцію оберегів. Їх пов'язували з весільними обрядами, використовували під час проведення сільгоспробіт. Вони були учасниками ритуальних дійств, що символізували продовження роду, захисту родини від будь-якого лиха. Весною на полі приносили куклу. И перед тем, как садить семена, куклу эту клали на землю и просили, чтобы она сделала землю плодородной. Женщины старались делать куклы обереги для своих детей, для своего мужа, который уезжает, для того, чтобы дети не болели. Специальная кукла была, она делалась из льняной нити и с очень-очень длинной-длинной косой. Чем длиннее коса, тем дольше будет жизнь ребенка. И когда ребенок заболевал, эту куклу клали ему или блюлечку, или давали в руки поиграть, а потом забирали и сжигали. Считалось, что сжигают вместе с куклой и болезнь. Были куклы-хозяюшки. Эти куклы ставились в доме, еще их называли барынями, большухами. Они ставились, чтобы она охраняла хозяйство, чтобы не скисало молоко, чтобы подходил хлеб, чтобы варилась вкусная каша. Были куклы, которые приурачивались к каждому празднику, начиная с Нового года. Сначала была кукла Коляда. Куклу Коляду всегда делали с торбой большой, в которой колядники собирают продукты, деньги и все остальное. Поэтому всегда она была увешана массой мешочков, горшочков, сумочек. Следующий праздник – Маслина. Масленицу делали из палочек, из рогатинки такой. Одевали в платьице и масленицу, эту маленькую масленицу, не сжигали. Ее оставляли на следующий год. Чтобы она работала, ее прибивали к коньку дома или выставляли в окне. Через год ее сжигали. Считалось то, что она убирает все-все негативные какие-то эмоции. Все плохое, что было за этот год, было сожжено. Особливість мотанки – обличчя без звичних для нас зображень очей, губ, носа. Лише хрест. Цьому наші пращури також знаходили пояснення. Чому роблять цих кукол без лиця? Потому что существует поверье, что кукла, сделанная подобие человека, сделанная, вбирает в себя душу. И так как душа может туда попасть, как хорошая, так и плохая, решили кукол оставить совсем без лица. И только на Украине куклам мотают крест. Крест – это знак солнца. На все четыре стороны солнце посылает свои лучи и обогревает всех, всех защищает. Отже, з історією познайомилися. Пропонуємо створити ляльку. Для виготовлення знадобиться наступний матеріал. Клаптики щільної однотонної тканини для голови і тулуба, різнокольорові клаптики для одягу, нитки, ножиці, голка. Для того, щоб куколки производити, нам потрібна ось така ось плотна ткань, щоб зробити голову. Голова робиться из скрученных несколько раз полотнищ, вот сейчас покажу вам, так. И потом, ну это все аккуратно делается, и потом очень-очень плотно свивается. Для того, чтобы сделать туловище, можно взять чурочку, а можно просто вот так сложить ткань и перемотать нитками. А теперь мы с помощницей, с Асей,
Ивановой, попробуем показать вам, как делаются эти куколки. У нас есть заготовка головы. Мы должны сделать ручки. Берем ткань и складываем ее вовнутрь. Вовнутрь, вот так, раз, раз. И потом еще раз, вот так, вот, вот так. Берем ниточки и обвязываем. Не сначала, а чуть-чуть отступив, чтобы была ручка. Когда мы делаем голову, у нас получаются вот такие вот интересные концы, которые мы должны натянуть очень-очень крепко, натянуть на туловище. И мотать мы будем, естественно, крест-накрест. И только теперь мы прикрепляем ручки. И мотать ручки тоже надо крестом. Так, вот у нас получилась заготовка. У нее немножко длинные руки, у нее немножечко неаккуратно сделан вид, но мы сейчас ее будем одевать. Куколка, которая делается буквально за час. Главное подготовить материалы. Вот. Обязательно фартушек. Чтобы куклу оживить, можно ей подвешивать интересные какие-то глечички маленькие. Дать ей в ручечку цветочек. Вот. Это будет у нас веснянка, потому что она синяя и голубая. Вот. Типа платочка. Сейчас мы попробуем завязать его. Приходите к нам в школу і навчитесь мотати таких кукол. Виявляється, що прадавні українські оберіг не так вже й складно робити. Головне – бажання. Наша програма продовжує знайомити глядачів з різними видами народного мистецтва – техніками створення ляльок. Пропонуємо освоїти оригінальний, сучасний метод. У його основі – принцип намотування нитки на природній матеріал – дерево. Сьогодні ми спробуємо, так би мовити, побачити ляльку в звичайних гілочках. От елементарна обична ветка, яка валяється на землі після вітру. Діти наблюдають за своїми знаходками, так, то, що знаходять, і бачать людей. І в даний момент мені потрібно не просто от ровний чоловічок, а какой-то изгиб, какое-то движение. И можно что-то добавить, какую-то ветку сломать, прикрутить, допустим, выше, ниже. Лишь бы был красивый изгиб тела, как бы позвоночника. Ну, допустим, вот ветки, которые находят, а вот ветка, которая подготовлена. То есть ручку мы прикрепили, здесь была оторвана, обломана веточка, мы ее прикрутили, нашли изгиб. Эта ручка работает, ножка как будто назад идет, прикрутили, сапожки тут будут намотаны, прикрутили кончики, чтобы были ножки, и в принципе эффект движения, эффект человечка у нас есть. Для роботи, окрім гілок, нам знадобляться нитки для мотання, ножиці, поролон. І, звичайно, фантазія – уява для створення образу ляльки. Голову заміняємо якоюсь поролоновою губкою. Або можна намотати будь-яку нитку, якщо вона товста. Беремо ниточку і просто заматуємо. Це дуже елементарно, но заматываем так, чтобы не было видно наша губка подготовленная. Вот рядышком, рядышком, вверх пошли, потом вниз. Только не сильно мы пережимаем. Цветной фон губки не должен быть виден. Так, получается вот такая вещь в итоге. Все перемотанное. Вот мы намотали голову, вот мы намотали ручки. По цвету мы подбираем все, что угодно. Также, видите, перематывается, ну, как плахта стилизованная. Она может быть разных цветов. На данный момент мы выбрали три цвета основных. Натуральный серый, молочный и красный. Пожалуйста, волосы... Можно черным сделать, можно вот серым другого оттенка нашли. Лишь бы не было все такое пестрое, тогда это будет более стильно. И получается вот движение, пожалуйста,
такая вот кукла. Крестик, как в мотанках национальных, мы обязательно крестик соблюдаем. Ну, в данный момент мы, так как это наше современное решение, мы его немножечко изменили, подвинули. Это фокусируется взгляд нашей куклы. То есть кукла не на нас смотрит, а вот куда-то в сторону она ногу подняла, летит, танцует. Наблюдать, какие веточки вам напоминают человека, особенно ножки. Ножка в движении, согнутая, там в сторону направленная. Ручки можно примотать. Символ креста мы сохраняем в кукле. Еще одна кукла, смотрите, тоже она мотается, можно использовать мешковину, любую ткань, ленточку. Все замотали, не нужно ничего шить иголками, просто ручки и нитка, все. Главное динамика, динамика это что? Это движение, это порыв. И как таковой нам природа дает ветки не статические, ровные, вот они вот как вырезаны, а в изгибе, очень красивые природные изломы. И это очень развивает мышление творческое у детей. И если дети видят в каком-то, я не знаю, таком незамысловатом, да, что-то живое, это же прекрасно. Сучасний світ ляльок надзвичайно різноманітний. Образ можна створити з будь-якого матеріалу, наприклад, з пластикової пляшки. Такі роботи не складні, а результат вражає своєю красою. Ось у нас кукла на бутилці. Ми беремо тесто соленое, обичне тесто, соль, вода. І, бачите, воно немножко вот з'їхало здесь, вот это, ну, как эффект ткани получили. И тоже берем тело на фольгу, это тоже фольга, и все обкладываем тестом, оно высыхает, также мотаем волосы тут сверху, делаем бусы. Ну, то есть это на бутылке на самом деле. Также можно обмотать это все ниточками, вот так обматываем, обматываем, обматываем. Будет, в общем, масса решений в современном исполнении куклы. Пробуйте, у вас все получится. Найголовніше, що процес виготовлення іграшки або оберега приносив задоволення.